На 98% завершен ремонт в Крымско-Татарском государственном академическом музыкально-драматическом театре. На прямой связи со студией Дауд Чахалов. Он готов рассказать подробности. Дауд, что осталось сделать на объекте? София, добрый вечер. На объекте уже выполнены работы по монтажу вентиляции и водоснабжения. Также в полном объеме выполнены отделочные работы цокольного, третьего и четвертого этажей. О том, что еще предстоит сделать строителям, нам расскажет директор театра Зарема Белялова. Зарема ханум, селям алейкум. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что сделали за этот период? Ну, проделана огромная работа. Объем большой, потому что когда наши подрядчики начали ремонтировать это старое древнее здание, я бы так сказала, еще выявились многие работы, которые, допустим, не в проекте, но, в общем-то, сейчас идет к завершению капитального ремонта. И, конечно же, мы благодарны Министерству культуры Крым и главе Республики Крым за поддержку. Потому что театр не был в ремонте 30 лет. То есть в свое время бывшее руководство сделало ремонт сцены, а все остальное было не в ремонте. И артисты, и не только артисты, и административная часть театра работала в ужасных условиях. При нынешнем, по результатам капремонта, у нас добавились и площадя, то есть добавились две гримерные, добавились санузлы на втором этаже, потому что артисты вынуждены были во время представления посещать первый этаж, а это зритель неудобно. В общем, появились удобства. В театре стало светло, тепло и уютно. Расскажите, пожалуйста, функционирует ли театр во время ремонта и укладываются ли вообще рабочие в срок? Конечно же, функционирует. Мы не прекращали ни одного дня, и это создавало некие трудности, потому что были условия, когда происходил демонтаж, и артистам было тяжело, но мы это все выдержали достойно, потому что талантливый человек талантлив во всем, есть такая поговорка. В сроки мы укладываемся, вот сейчас идет к завершению, до 15 ноября мы должны все завершить. Спасибо большое, Чохсагун, за информацию. А я добавлю, что реконструкция проходит в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года». На данную минуту это у меня вся информация. София, тебе слово.